Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Оксана Галаган, и сегодня у нас третья методика, которая поможет успокоиться, расслабиться и уснуть. Я буду рассказывать, а вы закрывайте глаза, ложитесь на кровать и засыпайте. Первым делом мы спокойно дышим, вдыхаем и выдыхаем. И с каждым выдохом расслабляем по одной части своего тела. Начинаем с пальцев ног. Вдыхаем и расслабляем. Потом стопы, лодыжки, голень, колени, внутренняя часть, внешняя. Теперь бедра. Прислушиваемся к своим ощущениям и расслабляем с каждым выдохом. Теперь расслабляем таз, нижнюю часть живота, спины. Расслабляем живот, среднюю часть спины. И теперь лопатки и грудь. Теперь расслабляем плечи. А теперь сконцентрируемся на пальцах рук. Расслабим пальцы, ладошки. От ладошки к локтю расслабили свои локти. От локтей к плечам. И вот мы уже вернулись к плечам. Расслабили шею, затылок, голову, лоб. Теперь расслабляем лицо. Подбородок, нос, щечки, рот, ушки, глаза и лоб. Когда будет возможность, напишите в комментариях, помогло вам или нет. А теперь я вам расскажу еще один способ. Когда человек спит, у него глаза закатываются наверх. Вот так. Как будто он смотрит наверх, но закрытыми глазами. Постарайтесь. Закройте глаза и зеницы отправьте наверх. Как будто вы смотрите высоко вверх. И вот так полежите. Если вы не смогли заснуть, потому что волнуетесь, что у вас не выключен компьютер или мобильный телефон, по которому идет это видео, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал, нажмите на звоночек, напишите комментарий, выключите все гаджеты и сделайте эти упражнения самостоятельно. До новых встреч!